дальше можно повторить. Ну, дальше я вам расскажу, какие могут быть способы усложнения, если эта версия вам слишком слишком простая. Давайте сначала мы разберем ее, а потом я вам покажу, как можно, допустим, сыграть так. Но давайте начнем с простой версии. Все тайм-коды я оставлю внизу, потому что если ты не оставил тайм-коды, то твое видео можно отправлять в мусорку. Поэтому я забочусь о вас, мои любимые, поэтому поставьте мне лайк за мои старания. Итак, первый аккорд у нас будет ля мажор. Ля мажор. Вот такие вот нотки. Дальше. Следующий аккорд у нас будет вроде бы ля, но нижняя нотка сползает вниз. И у нас получается так. Соль диез слэш ля мажор. То есть, как бы такой мутант. Следующий аккорд. Си минор и ми мажор. Смотрите, ми мажор можно играть здесь, а можно играть здесь. Вообще, вы можете эти аккорды играть в любом распорядке. То есть, вы можете сыграть так, и потом си мажор не здесь, а здесь. От этого нет никакой разницы. Просто чисто слуховой. Мне нравится вот здесь вот сыграть. Он будет звучать более, ну, более нежно. Именно для меня. Может быть, вам здесь понравится больше. Поэтому никаких придирок к расположению рук я не имею. Итак, еще раз. Ставьте на паузу и учите. А мы переходим к правой руке. Начинаем с нотки ля. Все, собственно, все. Так, смотрите, если вы не смогли словить нотки, пытайтесь на слух самостоятельно подобрать эту мелодию. Ну что, пробуем. Первый аккорд дает нам левая рука. Она такой толчок. Левая. Левая. И тут вместе. Кстати, наверное, я сыграла слишком быстро. Если это было быстро, вы можете чуть назад отмотать и поставить в YouTube на скорость более замедленную. Я в следующий раз буду играть чуть-чуть помедленнее, потому что мне прилетало от вас, что я слишком быстро играю. Так что я внимаю вашим комментариям. И мы потом это повторяем второй раз. Наш весь куплет. Супер! И припев. Левая рука. А теперь у нас уже фа диез минор. До диез минор. Ре мажор. И ми мажор. Да, очень просто. Вот поиграйте несколько раз. И переходим к левой руке. Так, я уже забыла. Ага, вот начинаем от до диеза. Угу. И пробуем двумя руками. Мы должны это, конечно, повторить, да, второй раз. Вы можете, вот когда, единственное, когда вы играете эту мелодию, по-моему, там еще эту нотку до диез цепляли, да? Да, там пора.
Ну, не знаю, мне как-то эта до диез не очень нравится, поэтому я ее не буду нажимать. И потом в конце мы падаем ре. Хорошо, хорошо получилось. Давайте я соединю припев в таком более быстром темпе. С вами молодцы. Если вам эта версия слишком легкая, добавьте в левой руке, вот если мы играли аккорд, добавьте к нему бас. Бас — это вычленение нижней нотки и дублирование ее. То есть, если у нас ля мажор, то мы играем ля. Потом, что у нас? Какой был? А. Играть либо октавой, да, вот так вот, либо просто одной ноткой. И давайте я вам покажу, как это будет звучать. Соответственно, припев по такой же схеме. Ой, фа диез, простите. Первый раз прогон сыграть вот так вот, а второй как будто бы второй раз повторить уже с басом, потому что все-таки вот этот бас, он придает такой мощи и, возможно, не совсем будет так сочетаться. И второй вариант для тех, кому хочется посложнее, это мы аккорд дробим на 4 повтора. То есть мы играем не просто ля, а по 4 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И давайте я вам покажу, как это будет. Такая красота у меня получилась. Не знаю, эта песня вот прям до глубины моей души. Ну что, подписывайтесь на мой Boosty, там внизу разные нотки красивые, на мой YouTube-канал, и я буду счастлива видеть вас в числе своих подписчиков. Ну что, тогда всего вам хорошего и до встречи в следующих видео.